Все попрошу в одноклассники прямой эфир дать им. Сейчас вы можете наблюдать, как делается роспись на бутылке. Это гжель. Да, Леш, правильно? Да. На белом фоне красиво, да, получается? Вот представляете, вот как можно... Вот человек пришел в гости, да? Увидел у меня вот такую красивую бутылку и предложил ее расписать. Вот в таких спартанских условиях, да, то есть, ну вот что было у меня, допустим, какая краска находилась, в наличии была... То мы сейчас и используем. Посмотрите, какая красота получается. Ну, Просто офигеть можно. Еще не закончено. Ну, конечно, еще не закончено, это понятно. Офигеть, мне очень нравится. Еще не закончен. Да я понимаю, что не закончен, но уже нравится.
Под видео я оставлю ссылочку вам на YouTube-канал Алексея. Вот он художник-преподаватель. То есть, если ваши детки имеют желание учиться рисовать, то он делает это, он помогает, учит. Вот у него выходят очень талантливые дети, талантливые художники. Да, многие уже моими коллегами становятся. Поступают дети в высшее, да, учебное заведение. Конечно. Не мешает тебе телефон? Нет. Здесь бутылка имеет двухстороннее, как бы, поэтому сегодня мы сделаем одну, пока, да, Лёш? Потом, угу. Когда это высохнет слой, потом только Да, уже да. Со второй стороны, потому чтобы не смазать. Да, конечный результат потом покажем. Обязательно покажем конечный результат вам. Я еще одно видео потом сниму, и будет у вас возможность увидеть, что у нас получилось. Еще лаком потом покрывать будем. Алёш, мы с тобой наладим производство бутылок, потому что это, конечно, что-то очень красиво получается. У меня еще, кстати, есть одна бутылка в виде скрипки. И там, представляешь, расписать? Ну, Лёш, все тогда. Только я ее еще не грунтовала белой краской, поэтому... Очень интересная работа получается. Да, сегодня мы с тобой решили. Думаю, может, что-нибудь еще делать такое.
Стою над душой человека. Он рисует, а я стою над душой. Здесь нормально.